Поднял, опустил. Чтобы у тебя нижняя рука постоянно двигалась. Мастер-класс по владению шайбой дают профессионалы. На льду исправительной колонии в Потанино представители клуба «Заряд». Мы приезжали уже месяц назад, поиграли с ребятами. Сегодня я привез я тренеров квалифицированных. Ребята покажут ребятам мастер-класс. Техника владения шайбой, коньковая подготовка, технические элементы. Некоторые крутятся вот так вот. Через спину. То есть не надо. Вы просто катите и разворачиваете ноги. Вот у вас первый элемент движения. Вы разворачиваете ноги на спину, делаете улитку, делаете раз, два. Я хочу сказать про ребят в колонии. У них зима не такая длинная, они успевают и то сделать. И я вам скажу, что уровень-то такой неплохой. Ребята и соображают, и технически неплохо выглядят. Вот мы их хотим немножко подтянуть еще, чтобы они подошли в более наилучшей форме к чемпионату своему. Профессиональные хоккеисты поделились опытом с заключенными. Представители разных клубов поддерживают идею развития спорта в любом направлении, вне зависимости от изначальных навыков и умений. К нам приезжают две команды, которые играют с нашими ребятами в хоккей, то есть учат их играть. Мы также принимаем участие в соревнованиях между учреждениями, то есть сейчас у нас проводится зимняя спартакиада, то есть сделали уже заявку на участие наших осужденных в зимней спартакиаде, кто поедет играть в хоккей. То есть у нас в этом году команда обновилась на 90%, поэтому мы пригласили профессиональных тренеров, которые показали бы, как играть правильно в хоккей. Состав команды колонии периодически меняется. В этот раз не только три человека, которые занимались хоккеем на свободе. Остальные встали на коньки уже за решеткой. Вот за 2-3 года они научились играть, сейчас вот играют с нами. Уже неплохо, вот катаются, видите, сами. Не просто ходят на коньках, а вот катаются. Правильное движение, и все остальное, как техника, все. Это очень хорошая тренировка для нас. Теперь мы будем делать, тренироваться после них, уже эти моменты мы запомнили и будем играть. В завершении мастер-класса профессионалы сыграли с заключенными матч. Далее оттачивать навыки к спартакиаде исправительных учреждений команда колонии будет самостоятельно.